Тебя сейчас осудят? Не знаю, я нет. Нет, Лукашенко сказал, в плюшевые игры мы не играем, поэтому не будем. Хороший Мишка, почему нет? Нужно всегда это самое защищать людей, правильно, права человека. Я не буду фоткаться, потому что не знаю. Нет, по-моему, очень замечательный, милый Мишка. А давайте я вас сниму. Ну, давайте. А вы не боитесь фоткаться с Мишкой с таким? Нет. Я просто с удовольствием, но я очень опасна. А вы не боитесь фоткаться? Нет. Я вообще спешу, спешите. Нет. Давайте мы вас фоткаем. Хорошо. Держи, сжимайся. Только сейчас попробуйте его заберите. Ну, не боюсь. Давайте. Давайте, держите. Тем более, я сам журналист, как Олега, поддерживаю. Ну, конечно же, боюсь. А чего вы боитесь? Я не против всего этого. Давайте. Я просто работаю в таком месте, с которого меня могут потом уволить. Так что, за извините. То, что с Мишкой сфотографировались? Да. Нет. Держите. Чего его бояться? Давайте, держите. Не бойтесь, он не кусается. Ну и что будет дальше? Ну, если хочешь, давай сфоткаемся. Ну, девушка не хочет. Хорошо. Да я не белорус, но вообще я издалека, давайте. Я смелый. Нет, почему? Давайте. Мы из Питера, мы ничего не боимся. Нет, давайте. Ну, не будем фотографироваться все равно. Нет, конечно, давайте, давайте. Фотографируйте нас. Я не могу сейчас. Я даже не знаю, но я просто на рвоту опаздываю. Нет, конечно. Держите. Да нет. Не боюсь. Давайте, держите.